Самолет разработки Таганрогского авиационно-научно-технического комплекса имени Георгия Михайловича Бериева. Б-200 ЧС взмыл в это небо, имеющий максимальную взлетную массу 42 тонны. Как легко вот так вот играючи он порхает буквально в небе авиасалона МАКС. Масса полезной нагрузки у самолета 12 тонн. Способен лететь с максимальной скоростью 700 км в час на дальность около 3000 км. Самолет является многоцелевым по назначению. Базовая модификация амфибии предназначена для тушения лесных пожаров водой или огнегасящими жидкостями с воздуха. После взлета летчики разворачиваются для того, чтобы выполнить один из самых зрелищных и эффектных элементов их демонстрационной программы – сброс нескольких тонн воды в цветах российского флага! Вы посмотрите, какой крен закладывают сейчас на самолете Б-200 эти прекрасные летчики, а за штурвалом там, напомню, командир, летчик, испытатель первого класса Евгений Юрасов. Рядом с ним второй пилот, заслуженный летчик, испытатель первого класса Николай Кулешов. Штурман, испытатель первого класса Сергей Проскура. И ведущий инженер полетным испытаниям системы оборудования Григорий Калюжный. Самолета позволяет быстро трансформировать его в грузовой вариант с погрузкой перевозимых грузов в контейнер или в пассажирский вариант. Самое, конечно, главное информация по этому самолету, что он неоднократно принимал участие в тушении лесных пожаров в Италии, Португалии, Греции, Франции, Индонезии, Хорватии, Сербии, а также на территории нашей страны очень много, к сожалению, существует различного рода природных возгораний, где самолеты Б-200 трудятся, пока этот огонь не будет локализован и полностью потушен. Вот, например, все мы помним жаркое лето 2010 года, август, когда все заволокло едким дымом, в том числе и в Московской области. И вот тогда эти самолеты тушили торфяные пожары лесные, которые вспыхнули в Чебоксарах, в Нижнем Новгороде, в Рязани и даже в районе Орехово-Зуево. Командир Евгений Юрасов, выпускник Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков 1993 года. В 2003-м окончил центр подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске. Общий налет 3500 летных часов. Освоил и проводил испытания на 14 типах воздушных судов, таких как МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-25, А-50 и Б-103. Проход для вас на минимальной скорости. Экипаж приветствует всех зрителей и любителей авиации МАКС 2019. Второй пилот Николай Кулешов, выпускник Ейского высшего военно-авиационного училища летчиков. Окончил он его в 80-м году, а центр подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске в 91-м. Кстати говоря, принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан, имеет более 170 боевых вылетов. Награжден правительственными наградами. Общий налет 4000 летных часов. Освоено 20 типов самолетов. Участвовал во всех сертификационных и испытаниях самолетов Б-200, в том числе и на сваливании. Принимал участие в составе экипажа в ликвидации пожаров в Италии, Португалии, Греции и Франции. Николай Петрович провел многие сложнейшие испытательные полеты на этом типе летательного аппарата. Освоил Б-200, Су-24, Су-34, Су-25, А-50, Ил-18М.
летчики демонстрируют заход на посадку с последующим уходом на второй круг. Довернули сейчас, как говорится, на боевой, выпустили шасси, включили фары. И вот мы слышим, добавлен режим работы двух двигателей, и Медведев взмывает в небо. ЧС имеет универсальную конструктивную аэродинамическую схему, наиболее близкую к сухопутным аналогам полетно-техническим характеристикам. На глиссировании 12 тонн воды, то есть максимальный объем, он набирает всего лишь, только вдумайтесь, за 17 секунд. А оперативность забора воды, точность ее сброса на очаги пожара восхищались этой оперативностью специалисты многих стран различного рода демонстрациях Б-200 в Малайзии и Корее, во Франции и Алжире, в Индии и Китае, в Канаде и США, в Бразилии и многих-многих других уголках нашей планеты. Кстати говоря, и пилотировали этот самолет итальянские пилоты, французские, американские и многие другие. Все дали очень высокую оценку его техническим характеристикам и, конечно же, возможностям. И вот теперь посадка, как говорится, настоящая, Б-200 ЧС. Приветствуем Евгения Юрасова, Николая Кулешова. Касание основными стойками шасси, бетона, взлетно-посадочные полосы аэродрома Лимии Громовой. И держат эти испытатели передняя стоечку в воздухе по-истребительному. Приветствую вас и благодаря за ваши аплодисменты. Браво летчикам! Ну а этому прекрасному самолету-амфибии пожелаем как можно меньше работы, я имею в виду тушение различного рода пожаров. Аплодируем, провожаем и встречаем скоро очередных участников нашей жидкостями с воздуха. После взлета летчики разворачиваются для того, чтобы выполнить один из самых зрелищных и эффектных элементов их демонстрационной программы. Сброс нескольких тонн воды в цветах российского флага. Вы посмотрите, какой крен закладывают сейчас на самолете Б-200 эти прекрасные летчики, а за штурвалом там, напомню, командир, летчик, испытатель первого класса Евгений Юрасов. Рядом с ним второй пилот, заслуженный летчик, испытатель первого класса Николай Кулешов. Штурман, испытатель первого класса Сергей Проскура. И ведущий инженер полетным испытаниям системы оборудования Григорий Калюжный. Самолетов позволяет быстро шасси, включили фары. И вот мы слышим, добавлен режим работы двух двигателей, и Б-200 взмывает в небо.